Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе. Престольный праздник отметил главный кафедральный собор Кузбасской митрополии. Состоялось вручение первой Кузбасской литературной премии имени святителя Павла Тобольского. В Кировском районе города Кемерово освящен новый храм. Христианская тема в творчестве кемеровских художников. Выставка с таким названием прошла в Кемеровском университете культуры. Десятого декабря, в день празднования в честь иконы Божьей Матери Знамени, престольный праздник отметил Знаменский кафедральный собор города Кемерово. В этот день, 25 лет назад, состоялся молебен с освящением территории под строительство церкви в честь иконы Богородицы Знамени. 25 лет в этот день, даже в эту минуту, мы стояли на коленях, на земле замерзшей, в чистом, как бы будем говорить, поле вот здесь, и молились Божьей Матери. Не имея никаких средств, никаких спонсоров, никакого будущего, как бы молились, чтобы Божья Матерь сподобила нас построить храм. И храм построен. У нас было на 5 областей один епископ, Гедеон, митрополит. А сегодня мы служим сонмом 5 епископов только в нашем соборе. Поэтому поменялось все. И если бы мне сказали, даже в сне, даже в фантазии, даже в каких-то размышлениях, невозможно было представить, что это все произойдет. Так быстро, за такое короткое время, все изменилось. Поэтому даже не представить. Поэтому все в промысле Божьем. Как будет дальше жизнь развиваться, это только промысл Божий. Праздничная божественная литургия в престольный праздник главного кафедрального собора Кузбасской митрополии была как никогда торжественна. Возглавил ее митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх в сослужении епископа Мариинского и Юргенского Иннокентия, епископа Новокузнецкого и Таштагольского Владимира, а также двух гостей – епископа Барнаульского и Алтайского Сергия и епископа Горно-Алтайского и Чемальского Калистрата. И господина нашего высокопреосвященнейшего Аристарха, митрополита Кемеровского и Прокопьевского. Во время богослужения в храме пели два коллектива – хор Знаменского кафедрального собора и мужской хор Кузбасской православной духовной семинарии. Владыка Аристарх в честь праздника передал в дар Знаменскому собору ковчежец частицы мощей святителя Иоанна Златоустова и икону преподобного Сергия Радонежского с частицей его мощей. Председатель комитета по взаимодействию с религиозными организациями областной администрации Екатерина Стась зачитала правительственную телеграмму от имени губернатора Кемеровской области Амана Тулиева с поздравлениями духовенству и мирянам с престольным праздником Знаменского собора. Даже иногда, когда мимо идешь, все равно раз заходишь мимо, идешь, заходишь и помолишься, становится маленько спокойнее на душе. Очень благодарен. Благодарю все строительство, которое все на глазах, от самого от фундамента и до как все это возводилось. Все это было, когда колокольня еще была железная такая, не было колокольни. Колокола еще не здесь были, а отдельно они стояли. Все изменения, вот это все на глазах происходило. Очень приятно, что все так растет. Растет очень все это. Сейчас очень прекрасно. Мне это очень сейчас сильно нужно. Вот эта духовность, эта душа, поэтому, когда идешь, больше никуда пойти, если честно сказать. Некуда пожаловаться некому, кроме Господа некому. Поэтому очень, очень приятно. Очень. Я считаю, сейчас во многих было в Москве, конечно, там, да. Но у нас тоже, я считаю, у нас очень хороший храм. Очень хороший храм. Большая благодарность, что всем, кто принимал участие в строительстве, всем очень большая благодарность. В это время я пришла в церковь, можно сказать. Как раз вот это открытие, стройка, вот это все было. Мы сюда ездили из деревни, в деревне не было у нас с храма, и мы сюда ездили. Это большое значение имеет в моей жизни. Вера началась с этого у меня. Наверное, еще несколько лет назад было даже трудно представить,
что свой престольный праздник этот кафедральный собор столицы Шахтерского региона будет встречать так торжественно собором, состоящим из 5 архиереев. Промыслом Божиим и мудрым решением представителя Русской Православной Церкви Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, Священного Синода, в последние годы статус Сибирского региона значительно повысился. Об этом свидетельствует то, что на территории Алтая и Сибири образованы несколько митрополий, созданы более десятка новых епархий. Это яркое свидетельство того, что значение православной веры возрастает в нашей с вами жизни здесь, в сибирском регионе. И жизнь течет под знаком милости и покрова Царицы Небесной, которую мы сегодня все вместе прославляли в этот день престольного праздника. На торжественной церемонии вручения первой Кузбасской литературной премии имени святителя Павла Тобольского в Кемеровском епархиальном управлении собрались литераторы, сотрудники библиотек, участники литературных студий. Каждый из них предложил на суд жюри свои стихи, прозу, краеведческие изыскания, интервью и очерки, так или иначе освещающие жизнь духа и души. О необходимости возрождения лучших традиций русской литературы, основанных на идеалах христианства, на встрече говорил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. Сегодня нет идеала, нет положительного героя. Для кого-то положительным героем становится человек, который всеми силами стремится загребать деньги, не останавливаясь ни перед чем. Но это страшный герой. Это не жизнеспособный герой. Потому что нежизнеспособно то общество, в центре которого это безудержная потребительская философия. И больше ничего. Поэтому сегодня все те, кто может оказывать влияние на сердце, на сознание, и церковь, и писатель, и школа, и интеллигенция, средства массовой информации, должны не ссориться, не перетягивать канат, а вместе работать для того, чтобы менялось мироощущение современного человека. Людьми, которые способны создать образ положительного героя по решению комиссии, без сомнения можно назвать победителей литературной премии имени святителя Павла Тобольского в номинации «Краеведение. Ими стали». Авторы и редакционная коллегия жизнеописаний кузбасских святых. Над научно-популярной книгой работал большой коллектив. Основываясь на реальных исторических фактах, священники, историки и писатели рассказали о 40 кузбасских новомучениках, пострадавших за веру. Труд, который без сомнения будет интересен не только верующим, но и всем, кому не безразлична история малой родины. А материал, на самом деле, на меня произвел неизгладимое впечатление, потому что вот те мучения, те трудности, которые, причем есть мучения же вот разовые, ну вот как пытки, казнь, а есть мучения, которые идут на протяжении многих-многих лет и даже десятилетий. И вот люди, которые могли все это вытерпеть, преодолеть, причем преодолеть достойно, кроме как вот именно веры, это никак объяснить нельзя. В номинации «Литература. Поэзия» победителем стал еще один большой коллектив – авторы и редакторы журнала «Огни Кузбасса», которые давно и плодотворно сотрудничают с Русской Православной Церковью. Мы представляли один выпуск, как бы который представляет журнал вообще за все 65 лет. Первую Кузбасскую литературную премию, учрежденную митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом, можно считать не только состоявшейся, но и перспективной. Организаторы обещают, творческое соревнование станет ежегодным, а нынешние участники уже готовятся к конкурсу 2015 года. Подготовлено издание, посвященное истории православия в Осинниках. У каждого писателя и поэта, и ученого будет возможность принять участие и после объективной оценки занять достойное место в этом конкурсе. Завершающим аккордом этой творческой встречи стал подарок, который участникам и гостям церемонии преподнес архиерейский квартет. Песнопения в его исполнении не оставили ни одного равнодушного в зале. Разрезал небо пополам, закат багряной полосою, и над российской землей.
вспышкой славы воссиял. Взметнулись к небу стаи птиц, все громче голос колокольный, проснулся в поле ветер вольный, и тихо травы пали ниц, проснулся в поле ветер вольный, и тихо травы пали ниц. Жители Кировского района не всегда могут позволить себе дальние прогулки, чтобы попасть на богослужение с раннего утра или поздним вечером. Многим до Никольского собора просто не добраться. Здесь обязательно нужен был храм, потому что жителей много в этом районе. А ездить в часовню Александра Невского, ДК, это все-таки не все могли позволить. Люди уже пожилого возраста, и поэтому очень хорошо, что здесь построили этот храм. Желание прихожан иметь поблизости храм было настолько сильным, что буквально за несколько месяцев с мая этого года в Кировском районе города Кемерово вырос 7-метровый деревянный храм-теремок, вмещающий около 60 прихожан. Один из наших прихожан написал письмо губернатору о том, чтобы он хотел, чтобы здесь был храм. Так как он слепой, он трудился на одном из заводов и потерял зрение, ему очень тяжело было добираться. И вот, рассмотрев его просьбу, я был назначен настоятелем и приложил свои усилия, чтобы на этом месте, по благословению владыки, был построен храм. 23 ноября в храме собралось гораздо больше людей, чем он мог бы вместить. Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил чин малого священия нововыстроенного храма в честь незаслуженно забытого святого, преподобного Федора Студита. Храм станет крестильным для прихода святых жен мироносец. В городе Кемерово постепенно реализуется программа по строительству 10 храмов, закладные камни под которые осветил святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл во время своего визита в Кузбасскую митрополию в прошлом году. Во время проповеди владыка напомнил собравшимся житие преподобного Федора и пожелал, чтобы молитвенное предстательство этого угодника Божьего хранило всех в здравии и приносило пользу на пути к спасению. Сейчас, совершая освящение этого нового построенного храма, давайте вместе с вами будем прежде всего благодарить воскресшего из мертвых Господа Иисуса Христа и молиться к преподобному Федору Студиту. И Господь обязательно услышит нашу с вами общую, эту храмовую молитву. Он укрепит благодатью Святаго Духа сердца каждого из нас, каждого, кто здесь присутствует. Ниспошлет в наши семьи, в наше общество мир человеческие души, радость духовную и вечное спасение. Митрополит Аристарх наградил благотворителей храма Андрея Федоровича Глебова и Юрия Ивановича Зайкова епархиальными медалями за служение Русской Православной Церкви в Кузбассе третьей степени. Спонсоры передали в дар приходу икону Божьей Матери Успения XIX века, которая долгое время находилась в старинном Савино-Старожевском монастыре, который находится в Подмосковье. После молебна всем присутствующим раздали на память небольшие иконки преподобного Федора Студита. Сначала как бы за голову брался, думал, как это все получится. Даже начать не видно было живого места, где что планировать и что начинать. Но Божьей помощью все-таки успели мы к весне все подготовить и начать заливать фундамент. А когда залили фундамент, то каждое воскресенье мы молились перед фундаментом, служили благодарственный молебен. И собралась небольшая община, но было радостно, что людям это нужно. По словам настоятеля храма иерея Владимира Крицяка, в ближайшее время начнутся работы по строительству основной приходской церкви. Она тоже будет деревянной. Рядом будут возведены и другие храмовые постройки, в том числе и здание воскресной школы. В
Вряд ли кто-то станет спорить с мыслью о том, что любая выставка имеет своей целью быть увиденной как можно большим количеством людей. И в таком случае экспозиция, расположившаяся в стенах учебного заведения, может гордиться множеством глаз, остановившихся на ней. Не всегда, наверное, очень внимательных, иногда и вовсе скользящих мимо. Но ведь не раз бывало, что, казалось бы, едва замеченные нами, случайная сцена, образ или явление вдруг вспоминаются ярко или приходят во сне и даже заставляют задуматься. И в этой связи можно сказать, что организаторы художественных выставок в Кемеровском университете культуры как нельзя лучше заботятся о воспитании вкуса молодых людей, здесь обучающихся. Особенно если выставленные произведения объединены темой христианства. У нас в университете первая выставка на христианскую тему. Она называется «Христианская тема в творчестве кемеровских художников». Почему мы обратились именно к такой тематике? Потому что уже есть работы, которые достаточно широко ее представляют. И самое интересное, что здесь и в разных видах искусства она представлена. У нас традиционно сложилось уже так, особенно вот в провинциальной живописи. Зрители считают, что к христианской тематике обращаются только иконописцы, а светские художники очень далеки от нее. И вот мы поставили задачу в этой экспозиции показать, насколько она может быть личной, очень сокровенной, эта тема, в живописи или в графике, как в данном случае. И вот через эту сокровенность художник, тем не менее, обращается к самым что ни на есть человеческим ценностям. О небесном рае, о святых и подвижниках, о духовном поиске рассказывают в красках и образах картины пяти кемеровских художников, представленные на необычной выставке в фойе университета. Монастырские храмы Ивана Филичева, положение во гроб Андрея Дроздова, встречи и жены мироносицы Татьяны Абрамовой, а также работы Александра Макеева и Николая Бублика. Все эти авторы в той или иной мере обращаются к христианской тематике в своем творчестве. Кто-то постоянно, кто-то под влиянием особого душевного порыва. Так художник-график Николай Бублик представил серию работ, уникальную тем, что посвящены они известному миссионеру Алтайской духовной миссии, протоиерею Василию Вербицкому. Я вырос в тех краях, где Вербицкий, собственно, и проводил миссионерство свое. Центр миссии у него находился в Кузидееве, а я вырос в Мандыбаше. И у меня есть очень хороший знакомый. И он мне дал книгу «Записки миссионера». Конечно, я ее проглотил, прочитал, и он меня настолько заставил прочувствоваться, этот Вербицкий, отец Вербицкий, точнее, что вот возникло такое желание сделать серию работ, посвященную именно ему. Намек о божественном небесном рае заключен для человека в искусстве, говорит Николай Васильевич Гоголь устами одного из своих героев. И художественное творчество тоже своего рода миссионерство. Свою душу раскрывает перед зрителями создатель живописного полотна. И все, чем эта душа наполнена, чем она живет, что хочет передать нам через свое произведение его автор, явлено нам, благодаря еще и труду и энтузиазму тех, кто позаботился о том, чтобы такая удивительная экспозиция состоялась. Дорогие телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго!